В зале Видновского районного историко-культурного центра прошло выездное заседание правления торгово-промышленной палаты Московской области. На нем присутствовал заместитель главы администрации Сергей Куканов, руководители местных предприятий и организаций района, сотрудники торгово-промышленной палаты Подмосковья. Диалог между представителями Ленинского района и руководством палаты получился весьма продуктивным. Целью встречи стало обсуждение создания на территории муниципалитета отделения областной торгово-промышленной палаты, сокращенно ТПП. Раньше в Ленинском районе такой структуры не было. До недавнего времени федеральный закон, регламентирующий деятельность торгово-промышленных палат, указывал только на возможность создания в муниципалитете самостоятельной организации, что требовало больших финансовых, организационных и временных затрат. Теперь ситуация изменилась. На последнем прошедшем совете было предложено упростить этот механизм, то есть путем создания отделения. Отделение имеет более мягкие условия и очень сильно сокращенные сроки. То есть формально мы сейчас вот его создаем за полтора месяца. В соответствии с законодательством, необходимым условием создания отделения ТПП на территории муниципалитета участие не менее 15 организаций. Именно их представители и собрались в этом зале. Международная система торгово-промышленных палат зарекомендовала себя как действенный инструмент, помогающий решать проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. Первый момент – это взаимодействие бизнеса между собой. Второй момент, немаловажный, который есть – это выстраивание правильного диалога бизнес-власти. Здесь говорится и про муниципальные органы власти, и про федеральные, и про региональные органы власти. Система торгово-промышленных палат позволяет и эти моменты реализовывать. Плюс торгово-промышленная палата может оказывать очень большой ряд дополнительных услуг, в том числе консалтинговые, бухгалтерские, юридические и так далее. В планах организаторов открытие полноценной самостоятельной торгово-промышленной палаты на территории Ленинского района.